гуляем. Хорошо. Вот какая вот, вот решили сюда, почему не, допустим, не в Калининград, допустим, или не Подмосковье? Не, ну, мне климат не нравится там. У нас родственница в Питере. Мы приехали там, посмотрели, мы поехали туда. Понятно. В марте мы приехали. Ветра, слякоть, постоянно хмурит. На дню по 5-6 раз. Погода меняется. Про Краснодарский край, то, видимо, более логично было куда-нибудь на побережье переезжать. А почему тогда в Горячий ключ? Тоже не посоветовали, но мы и были в Анапе, проехали Анапскую, Старотидоровскую, Костогаевскую там. Вот, поездили. Там друзья в Славянске на Кубани. Там здесь нас возили, в Северской были мы, в Динской были. А сюда мы поехали сами, у нас здесь никого не было. Еще никого. Единственное, нам с Питера родственница выслала вот номер Галины. Да. Реалки. Вот единственное, она... А она каким образом стыковалась? Я не знаю. То есть чисто случайно взяли номер Галины? Взяли этот номер, приехали, честно сказать, нам понравилось, потому что он этот маленький, уютный, такой, да. Городского типа. Все-таки, парковая зона есть. Все-таки не скажут, что это деревня. Вот мы были, я говорю, вот, по станицам ездишь, да? Деревня-деревня, вот, да. Большая, вот, северская, ну большая. Во-первых, вот новые дома где построены, и там поле, ну голое поле. Дома, дома, дома. Я говорю, представляешь, когда сады, конечно, вырастут, красиво будет. Да, а сейчас? А сейчас, ну не посмотреть не на что. Представляешь, привет. 10 лет нам вот здесь еще жить, да. Пока это все зарастет. Ну да. 10 лет. А проживешь 10 лет или нет? Конечно, проживешь. Конечно. Дай бог. Здесь